Браво! Браво, браво, спасибо солистке театра балета «Щелкунчик» Александре Гавриловой за прекрасное выступление. С 23 по 28 марта в театре балета «Щелкунчик» пройдет масштабный детско-юношеский конкурс классического танца «Щелкунчик приглашает». И участие в нем открывает ребятам дорогу на большую сцену. Сейчас у нас в гостях руководитель театра «Щелкунчик» Майя Давыдовская. Майя, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Сейчас узнаем все секундочку, Саша, это было прекрасно. Потрясающе. Супер. Да, я просто как руководитель литературно-драматургической части театра балета «Щелкунчик» должна вам представить Александра Гаврилова. И номер был вариация Лизы из балета «Тщетная предосторожность». Это достаточно серьезный классический номер. У вас тут состоялась в студии премьера на пуантах. На такой маленькой сцене на пуантах. Саша, просто потрясающе. Случилось. Нам очень понравилось. Я просто, ты бы знала, какой я недалекий человек. А мне понравилось. Сходишь на балет. Да, будет повод прийти к нам на конкурс. Так, что за конкурс? Так, рассказываю по порядку. Конкурс наш особенный. И в чем особенный? Хореографических конкурсов бывает очень много. Mm-hmm. Но классический танец, балет, а особенно балет, скажем, среди любителей, практически не бывает нигде. Классический танец идет какой-то строчкой в номинации. Там народный, эстрадный, джазовый, классический, современный. Там. А вот чтобы конкурс чистый, профильный, только артисты балета, только детско-юношеский конкурс, исключительно вот прям праздник балета во всем многообразии, это только здесь, в Екатеринбурге, на Урале тоже таких нет аналогов, ну в России вообще немного таких конкурсов. «Щелкунчик» придумал этот конкурс в 2010 году, как только мы переехали в новое здание, но это уже мы обязаны были их объединить. Вот. И в нашем конкурсе принимают участие балерины, танцовщики, от 8 до 18 лет. Mm-hmm. Любители и профессионалы. Вот что мы вкладываем в понятие любители? Вот не поверите, это любители, да? Поскажешь, а не скажешь. Любители – это хореографические студии, театры балета, дети, которые занимаются балетом. А есть еще профессионалы. Это профессиональные учебные заведения, да, колледжи, там уже дети. Это кто платно занимается балетом? Нет, это те, кто занимается. А что нужно подготовить ребятам, конкурсантам? Вот. И отсюда и как бы философия этого конкурса. Они готовят два номера. Сейчас вы видели классическую вариацию. Вторым номером они исполняют. И у Саши великолепный номер. Это уже произведение современных хореографов. Это уже стиль неоклассики. И вот это вот просто состязание балетное вступают уже хореографы. Как в фильме «Шаг вперед», вот эти вот все. Когда из современности балет все это воедино. Да, так вот балет, это же такая стихия. Сейчас ну просто такие шедевры вот вообще, и в том числе и на нашем конкурсе рождаются. Такие работы молодых хореографов. Сольные только или есть... Вот. И у нас идет состязание в нескольких номинациях. Солисты, как Александра, дуэты «Малые формы» и ансамбли. Это уже вообще пиршество, конечно, по-настоящее. Естественно, и в трех возрастных номинациях. Ну, Екатеринбург, да даже вся, если область ее брать, наверное, не так много людей, кто что-то может в балете. Но география-то большая. География большая. Практически вся Россия. Да-да-да. К нам приезжают все регионы, начиная с севера, там Ханты-Мансийск, Югорск, Улан-Удэ. Из Москвы 8 коллективов, из Санкт-Петербурга 2 коллектива. Центр на Можайск, Самара, Саранск. Сейчас долго. Пермь, Челябинск, естественно, это уже базовые города, да, вообще русского балета. То есть у нас Омск, из Минска приезжают. То есть у нас собирается практически вся юная балетная Россия. Когда все приедут? Когда все случится? 24 числа. 23-го съезжается. 24 числа мы открываем конкурс. 3 дня идут конкурсные состязания в различных номинациях. Затем, соответственно, мастер-классы интереснейшие. А затем мы приглашаем всех на совершенно роскошный гала-концерт, который состоится в Театре оперы и балета. Да. Урал-опера-балет. И на сцене будут юные лауреаты и звезды Большого театра, и солисты, ведущие солисты театра Эйфмана. Могу назвать имена, но это звезды первой величины. Скоринзе. То есть билеты еще есть? Билеты есть, приглашайте еще раз. Да, мы приглашаем 28 марта, 18:30, в Урал в опера-балет состоится гала-концерт
6-го международного детско-юношеского конкурса классического танца «Щелкунчик» приглашает. В нашей программе будут лучшие выступления конкурсные, все, что откроет нам конкурс, и выступления дуэта из Большого театра. Это Игорь Цверко и Кристина Кретова, и совершенно там звездная пара из театра балета Эйфмана. Это Любовь Андреева и Олег Габышев. Председатель жюри нашего, крутой очень, народный артист России Сергей Юрьевич Филин, знаете, да, экс-худрук Большого театра. Он же режиссер этого гала-концерта, он его строит так, ну что. Слушайте, это просто вы так рассказали, что пока вы договорите, билеты все будут раскуплены. Есть ли вариант посмотреть, будет ли онлайн-трансляция? Ну это, разумеется, мы будем вести онлайн-трансляцию. Где можно будет посмотреть? Можно будет посмотреть и на сайте «Щелкунчика», и на нашей страничке ВКонтакте. Отлично. Классный конкурс. Всех призываю. Да, мы желаем удачи мне, Александре. И обязательно, обязательно смотрите 28 марта гала-концерт. Если не получится лично, то заходите и смотрите онлайн-трансляцию. Онлайн они уже видели сейчас, как Саша выступала. Лучше идите. Приходите вживую, да.